Что касается допросов, то это стандартная процедура. Следствие может в течение своей работы несколько раз производить допросы. Сами военнопленные отказываются давать какие-либо показания следствию. Они говорят, что вот есть статья 17 конвенции, мы военнопленные, мы можем сообщить о себе только фамилию, имя, отчество, звание, год рождения и личный идентификационный номер. Ничего больше военнопленные сообщать не обязаны.